Всем привет! Сегодня будем делать вот такие бетонные цветочные горшки, которые смотрятся очень стильно и очень брутально. А сажать мы будем в них не менее брутальное растение, которое называется каменные розы. А также в конце этого видео у нас будет распаковка и обзор вот таких мультитулов. Вот, вот таких. Так что, если вам такое интересно, смотрите это видео до конца. А мы будем начинать. Итак, для изготовления бетонных цветочных горшков нам понадобятся пустые упаковки от сока, цемент, вода и вот такие маленькие пластиковые стаканы одноразовые. Для начала необходимо определиться с тем, какого размера нам нужен горшок. Я хочу сделать несколько размеров. Первый размер это такой, просто квадратно сделать. Также я хочу сделать несколько цветочных горшков, которые будут длинные, и там будут находиться две каменных розы. Этот цветок просто необходимо периодически опрыскивать, и для него этого достаточно. Я подготовил две формочки, теперь необходимо замешать раствор и залить его сюда. Но я решил, зачем пачкать лишнюю посуду, лучше сразу здесь буду это все мешать. Раствор будем мешать в пропорциях 5 к 1, то есть 5 частей цемента и 1 часть воды. Можно, конечно, отмерять все идеально, но я буду опять же делать все это на глаз. Вот такой консистенции должен получиться раствор. Теперь необходимо его немного потрясти для того, чтобы вышли пузырьки. Теперь помещаем его внутрь пластиковый стаканчик. Стаканчик потихоньку вытесняется. Для того, чтобы он не вытеснялся, надо положить что-то тяжелое внутрь. Но не обязательно, можно просто налить воды. Вот как это выглядит. Теперь это необходимо оставить на 2 суток, не трогать, для того, чтобы цемент не разрушился. Потому что после первых суток он будет очень хрупкий, если вы начнете его трогать, он очень легко сломается. Поэтому лучше 2 суток его вообще не трогать. За счет того, что в этом тетрапаке внутри находится цемент, форма начала немного изменяться. То есть он был изначально вот такой ровный, сейчас стала форма немного изменяться. Поэтому я решил прикрепить вот такие медицинские шпатели по бокам и скрепить их резинкой для того, чтобы как-то немного исправить форму. Все, таким образом мы сохранили форму. Теперь необходимо это оставить на 2 суток. Прошло уже 3 суток, цветочные горшки уже застыли и можно вынимать их из формы. Для начала выльем воду, которая была у нас в стаканчиках. Теперь аккуратно будем вынимать из формы. Один горшок я уже вынул, но покажу вам его позже. Вот так я немного надрезал ножницами и теперь по кругу начинаю раскрывать. Теперь осталось вынуть стакан. Для того, чтобы вынуть стакан, необходимо его просто вот так вот сжать. Все, готово. Горшок уже практически готов, теперь необходимо отшлифовать его при помощи наждачки. Я буду использовать такую наждачку, которая приклеена к губке. Она более удобна, чем обычная наждачка, как полотно. Ну что ж, давайте отшлифовывать. Вот эти стороны я трогать не буду, потому что они так достаточно гладкие. Я хочу немного шлифовать дно. Вот эти ребра, они получились довольно грубые, потому что когда я отрывал, отрывались некоторые куски. Давайте начнем с него. Более выступающие части можно даже срезать при помощи ножа, чтобы потом меньше было шлифовать. Ну что ж, первым горшком я уже доволен, теперь перейдем к следующему горшку. Вот этот, мне кажется, более интересный. Но здесь намного больше погрешностей, поэтому с ним придется побольше поработать. Мне эти горшки очень нравятся, и в эти брутальные бетонные горшки я буду сажать не менее брутальное растение, которое называется каменная роза.
Это вот такое растение, оно не требует дренаж, поэтому его спокойно можно сажать в такие горшки, в которых нет внутри отверстий. Первый цветок уже готов, теперь будем делать остальные. Смотрится просто невероятно круто, очень сдержанно, в то же время и брутально, и минималистично, как мне нравится. Нет никаких ни рисунков, ничего, просто бетонные горшки. Если вам такое нравится, и вы сделаете такое, скидывайте фотографии в группу ВКонтакте, я их обязательно публикую, все ваши фотографии. Также такие горшки можно сажать кактусы и любые другие растения, которые не требуют дренаж, потому что каменные розы можно даже не поливать, а просто опрыскивать, для них этого достаточно. Конечно, в комментариях найдутся ботаники, которые скажут, что нет, каменные розы обязательно надо поливать, и для них нужен дренаж, но у меня уже были каменные розы, и я знаю, что их достаточно опрыскивать. Ну что ж, теперь, как я и говорил в начале, у нас распаковка и обзор мультитулов, который мне предоставил магазин «Мир приключений». Это магазин товаров для активного отдыха и туризма. То есть все, что связано с походами, активным отдыхом, туризмом, все вы можете найти в этом магазине. Ссылка на него будет в описании, как и ссылки на те товары, которые я сегодня буду обозревать. В общем, я в этом магазине выбрал себе мультитулы фирмы True Utility, вот здесь написано. Мне они понравились по нескольким причинам. Первая причина, на мой взгляд, самая интересная, это то, что они идут в таких вот пластиковых кейсах, которые позже можно использовать. То есть этот пластиковый кейс является герметичным. Здесь есть резинка с одной стороны. Да, с одной стороны только резинка получается. Вот, мы туда можем что-нибудь положить, чтобы оно не промокло в походе, закрыть, и все, у нас это герметичный бокс. Давайте теперь посмотрим, что же у нас лежит внутри. У нас лежит внутри мультитул. Так, его убираем пока. Посмотрим, что же здесь изображено. С обратной стороны нарисованы все функции, которыми обладает этот мультитул. На развороте нарисованы другие мультитулы этой фирмы. Так, что вообще в принципе такое мультитул? Мультитул — это устройство, которое обладает многими функциями. То есть мультитул, многофункциональное устройство. Рассмотрим функции первого мультитула. Он очень легко превращается в плоскогубцы. В одной из рукояток скрывается открывашка, плоская отвертка, фигурная отвертка, а также небольшой нож. Во второй рукоятке находится небольшой напильник, нож еще поменьше, нож с зубчиками и плоская отвертка. Я решил протестировать этот нож с зубчиками. Следующий мультитул, по сути дела, является полноценным ножом, который можно даже открыть одной рукой. При открытии лезвие фиксируется специальным язычком. Для того, чтобы закрыть лезвие обратно, необходимо отогнуть этот язычок. Также этот мультитул обладает карабином, благодаря которому его можно повесить на пояс. А вот это странное отверстие – это универсальный гаечный ключ. Следующая функция – это плоская отвертка. Также в этом мультитуле есть угловой резак, который предназначен для того, чтобы перерезать веревки. Также есть небольшая открывашка для бутылок и линейка. Третий мультитул, на мой взгляд, наиболее интересный. Он точно так же, как и первый, превращается в плоскогубцы. Но при этом он остается очень компактным. Также из дополнительных функций это маленькая открывашка, маленький нож, карабин и маленькая фигурная отвертка. Данные мультитулы мне предоставил магазин «Мир приключений». Ссылка на магазин и на все мультитулы будет в описании. Мне очень нравится то, что у меня получилось. Вот такие классные цветочные горшки. Я хочу поставить их возле компьютера. Вот эти, скорее всего, по бокам на колонке поставлю. А вот эти снизу под монитор засуну. Они вместе, вот именно втроем, смотрятся очень стильно. По отдельности тоже классно, но втроем прям вообще супер. Так что, если вам такое понравилось, если вы будете делать такие цветочные горшки, присылайте свои фотографии в группу ВКонтакте. Я их обязательно публикую.
Напишите вообще свое мнение по поводу таких вот DIY-проектов. Нравятся они вам или нет, или вам больше нравятся все-таки эксперименты, проверки лайфхаков, лайфхаки. Все на это напишите в комментариях, чтобы я хотя бы знал, на какую тему снимать видео, чтобы, ну, чтобы вам было интересней. Также рекомендую подписаться на мой Инстаграм, ссылка на него будет в описании, как ссылки на все мои социальные сети, там ВКонтакте, группа ВКонтакте, Инстаграм, Перископ, мой второй канал, мой третий канал, в общем, у меня много каналов. Все ссылки будут в описании, подписывайтесь, везде интересно. И на этом все, всем пока!